Главы внешнеполитических ведомств 28 стран Евросоюза, собравшиеся в Люксембурге, выразили соболезнования России в связи с гибелью людей при взрыве в метро в Петербурге. Глава европейской дипломатии Федерико Могерини заявила: «Конечно, наши соболезнования адресованы всему народу России и в первую очередь тем, кто потерял своих близких. Мы продолжаем с большой тревогой следить за новостями из Санкт-Петербурга». Глава британского форен-офиса Борис Джонсон также обратился к российскому народу со словами сочувствия от имени правительства Великобритании. «Конечно, мы пока не знаем точно, кто стоит за этим, кто ответственен за этот акт насилия, но очевидно, что мысленно мы с семьями погибших и с жителями Санкт-Петербурга, так же, как несколько дней назад, они сопереживали жителям Лондона». Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро от имени своей страны заявил о солидарности с теми, кто пострадал при взрыве в Петербурге. «Прежде всего, я хотел бы выразить мою солидарность пострадавшими и соболезнования всему российскому народу. Нам неизвестны причины происшедшего, но мы с теми, кто пострадал, поэтому от имени Франции я выражаю им свою солидарность».